еще 2 года назад мы с Мариной не могли предположить, что у нас будет такое маленькое чудо, да, по имени Виктория. Ждали мы мальчика, и вдруг нас так ошарашили, у вас будет девочка. Мы ни чуточки не расстроились, мы даже еще сильнее обрадовались, все-таки девочка есть девочка. Теперь даже не представляем, что может быть еще мальчик в будущем. Да, мы очень счастливы, рады о том, что у нас такое чудо есть. Надеемся в будущем воспитать мастера спорта по каким-то боевым искусствам. Это папина мечта. Вот. И в ближайшем будущем папа купит себе мотоцикл, и будем с Дотей как раз ездить на мотоцикле, приучать к 2 колесам. Я надеюсь, что ей это будет нравиться. Ну, хотелось бы. А там как Бог даст, так и будет. Чуть меньше 2 назад вот была наша свадьба, а вот совсем... Так быстро время пролетело, уже у нас такое маленькое чудо есть. Мы очень рады, что она появилась в нашей жизни. И на свадьбе, кстати, у нас... И на свадьбе, кстати, выиграла девочка в конкурсе. Она нас радует. Недавно она пошла у нас. Вот, лезет 2-й зубик. Вот, радует бабушек наших, дедушек. Растем очень любознательными, жизнерадостными, веселыми. Все нам интересно. А еще мы будем ездить на рыбалку вместе с Дотей. Дед у нас рыбак, папа рыбак. И будет у нас Дотя тоже рыбаком. Ну, хотелось бы пожелать нашей малышке, чтобы она росла красивая, счастливая, жизнерадостная. Ну, чтобы на ее жизненном пути встречались только хорошие, положительные люди. А мы будем оберегать ее. Да. Пока сможем, будем оберегать. Поддерживать ее во всех ее начинаниях, успехах. И вообще поддерживать все время по жизни. I'm so far.